Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Так, давайте-ка. Вот сюда. Только нет, сначала вот сюда, наверное. Там мы можем купить? Давайте посмотрим, можем ли мы это купить вообще. Так. Ну, машина, по идее, неплохая, маневренная, да. Давай, немного вроде осталось этой GTA 5-то. И я наконец-то перейду на другой диск. Твою ж мать. Это клонировать не получалось. Поэтому как-то так вот приходится обходиться. Опа, ну вот и началось. Давай, давай. Это гольф-клуб. Ничего. Только человечка не задави. Вам нужно больше денег. 150 миллионов. Подожди, а у меня вообще есть столько денег? Так, ну-ка давай. 150 миллионов. Сколько у меня? Нет, мне не хватит. Это его реально конкретно надо взломать. Ну, продать, подтвердить. А подожди, да ешь твою мать-то, да выключи. Блин, ладно, не очень-то и хотелось, знаете ли. То есть хотелось, конечно, и даже очень. Поехали. Так. Ой, оружие это по сути тут, если играть честно и без проволочек, оно и не нужно. Все один раз купил, все остальное добыл. Автобус. Ага. А я смогу насквозь-то проехать? Ну, конечно, смогу. Блин, тут дерево. Да, блин, вот. Я тоже самое хотел сказать. Какого? Нет, никакого числа. Никакого черта, а какого другого. Блин, да моего волосатого. Да. Это я не понял, а как мне сюда добраться? Ага. Вот через эту, да? Давай. Ну, я здесь и начинаем наше представление. Hello. Здравствуйте, come in, come заходите, in. Заходите. Спасибо, вы, наверное, Майкл. Да, раньше у меня было три секретарши, а теперь я сам варю себе кофе и сам себя ублажаю. Видишь, идут корабли, но за стенами мы в безопасности.
Нельсон и Нейплс. В Неаполе. Плутон, гад же я просил предпочтение, что-то два. Девин Уэстон said you were Дэвид Уэстон говорил. Страшный фанат, что вы фанат, страшный фанат. Дэвид Уэстон. Он хочет, чтобы вы меня убрали? О, вовсе нет. Он сказал, что вы уходите в тень. Майкл, на покой уходят только кретины. Они с моим сыном хотят меня убрать. И испортить тут кондинум. Но ведь у вас здесь фабрика грез. Может, у них другие грезы. Иногда я их понимаю. Знаете, как говорится, никогда не работай с детьми и животными. Ну так вот, я хочу предложить никогда не работать с режиссерами и актерами. Этот фильм меня убьет. А о чем он? Идеальный проект. Действие происходит в Либерти-Сити. Катастрофа. Все снимается вон там, перед зеленым экраном. Мы берем финансовый кризис и сводим его к примитивному конфликту между двумя яппи. И там полно всего-всего. Так, понятно. Езжайте в Восточный. Ну давай. А мне почему-то кажется, что она специально здесь стояла так. Чтобы только я ее и взял. А там еще моя тачка. О, господи. А это еще и маневренная, смотрите, такая. Опа, 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 опа. Давай. Нет, гонять тоже не стоит. Плохо заканчивается это. Hey, Solomon. I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped. No, God, no. Is that an option? No, давай, just teach him some manners. He's also in my director's ear as well. If you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there. And Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. I see you on the set, boss. Я просто должен сюда залезть. Извините, извините, мне сюда надо, да. Так. Couldn't have picked better myself. Ну давай быстрее, рожай. Perfect for both recreational and professional use. Купить. Go on, treat предмет yourself. Недоступен. О! Магазин с большой емкостью. Like a candy store for adults, isn't it? Так. Second Amendment on steroids right here. Это что такое? Принесем, давай возьмем. Makes you proud to be an American, doesn't it?
Даже не знаю, ну-ка вот этот. Так. A very wise choice. Все. Я готов. Садимся. Конечно, да. Ой, господи, представляю, что-то вот когда на охренительной видяхе там за косарей 200-300 материнки хорошие, там вообще поделить ни хрена не лагают, все на ульте там просто хреначит, я бы сказал. Ну, быстрая езда, нет. Быстрая езда еще ни к чему хорошему не приводила. Ни в игре, ни в жизни. Давай. Вот так. Вот так. На. Что требовалось доказать? А вот там сидит, поди сейчас кукует, бедный. Приехал. Вертолет летит, летит. Он меня не победит. Что, я должен за вертолетом ездить, да? Gentlemen, how you like this space? Давайте. Так, давай. Hey, dude, what's going down? На крышу, значит, забраться, не привлекая внимания. Давай быстрее. Эти пусть стоят так. Сюда, наверное. А если сюда? Ну, здесь всяко, да, получше будет. Вот так. Trip's over, gentlemen. You're going back to set.
О, кто это? Кто этот осёл? Эй, ты! Оказалось, что ребята просто обожают свои контакты. Так что они вернутся на площадку. О, нет, не надо, я с ним разберусь. На. Вот так. Мы заключили новый договор. Оставь моих людей в покое, и я не буду скидывать тебя с этой крыши. Ага, конечно. Ладно. Возвращаемся на площадку. Давай, садись. Блин, опять на вертолете. Ну ладно, опыт у меня есть. Тангетку на себя. Так, да, я же еще сделаю так. Совершить опасные маневры. Куда уж опасно? Подождите. Да ж твою мать, ну конечно разбился, как я еще мог его? Напугать. Давай. Там типа Голливуда что-то написано. We're not going anywhere. Look, you can bully him, but you can't bully talent, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully talent? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. Значит, под мостами и рядом с домами. Back to work.
Давай, давай, полетели. I think you owe an apology to Mr. Richards. Would I be in pain? No, you should apologize to me. Так, a brutal honesty, bud. You're not that good. It feels phoned in. You're lucky you're working at all. You're kidding me, right? I am an artist, dude. I'm your apologizing. When you see Solomon, Шалтай, you say, sorry for the misunderstanding, sir. And you will always, always appreciate the opportunity he's given you. Look, I just wanted a better deal. Everyone wants a better deal. Everyone's serving coffee, selling cars, typing in spreadsheets wants a better deal. But you got the best deal there is. You're making movies. Yeah, you look at it that way. You got a huge tax bill and payments to meet in a beachside bungalow in Chumash. Shut up! You're lucky. Remember that. Now, where am I putting this thing down? When Devin Weston came to a studio visit, use the empty water tank. All right, then we'll do the same. Put it there. The water tank turned parking lot. Setting it down. Good. Пойдем в кабинет. Его я уболтал. I know Solomon is anxious to see you. Слушай, я немного взвинчен. Ага! Какой чудесный сюрприз! Антон, мальчик мой! Я знаю, ты ведь художник! А это сценарий искусства в чистом виде! Так, хорошо. Ему мы угодили. Так, машину мне, ага, не видать. О! Будь здоров. Ой, спасибо. Так, хрен мне не машина. Так, я уже понял, без этого. Так. Отбирать я ее не собираюсь, я хочу найти припаркованную. Чтоб от ментов мне не удирать. Например, вот. Так. Вот сюда. Ладно. Еще я на ходу выпрыгнул. Да будет так. До того, как они меня заметят, я успею скрыться. Так-то они меня уже не должны видеть. Они по мне стреляют. Ладно. Так. Сюда, сюда. И заворачиваем за здание. Прорвались, проехали. Сюда. Ну давай. Блин, не могу залезть, блин, туда придется спускаться. Хотя мог туда просто подъехать, заехать.
как делишки. Вы надеете форму дорожных. Теперь отлично, теперь я не могу терпеть, они могут. Зачем? В Азии мы продаем машины по хорошей цене. Ты опаздываешь, зайка. Да ну. Так, что происходит? Наконец-то сбудется твоя заветная мечта. Ты нарядишься полицейским и исследовательской группой мистера Уэтсона. Что, мальчики любят ездить по шоссе? Похоже, дело серьезно. Так, эй, поехали. Чувак, я не знаю, по мне так в полном дерьме. Слушай, я дарвинист. Бываешься, кто-то процветает, кто-то бедствует. А ты, похоже, совсем с ума сошел. Это же твой шанс. Выбирай. Или уже достиг максимума? Сядьте в машину. Конечно, сел. К заправке. Так. Это не значит, что я должен в целости и сохранности привести машину. Отсекатель. Турбонадув. Ведь я король среднего ряда. Два засранных детских сидения. Два засранных сидения на детстве. Блин, как оно поется? Два засранных задних сидения. Кого-то стошнило на пол печеньем. Еду с детьми в детский отдел. Это есть настоящий Highway to Hell. Вот подравнялся мужчина на Porsche. Смотрю на его довольную рожу. Сейчас его там отстропонят, а меня отлетал понят. Я бы безумно упорол тем, кто придумал кукол лол. И всем бы оторвал пердак тем, кто придумал Леди Баг. Что-то там про Литл Пони. Пусть на лицо садятся кони. А киндера сюрприз за босс. Яйца найдет хламидиоз. Hey, Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. Right. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grapeseed. Get the drivers there and get them going at speed. Сашечка. Нормально прокатились и нормально удивились. Там внизу покушать. So get in your car, and let's see if they move as fast as possible. Встреча бандитов каких-то. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. Так, ну все равно, так, хорошо. Короче, крутые тачки надо перегнать. Охренеть, я еще и по соревнуюсь. Это, блин, то, что я водить вообще ненавижу, в смысле, в игре.
Так, понятненько. Я от них не отстаю, это факт. Просто я их не догоняю. Это раз вообще. У тебя машина просто быстрее. Hey, we're coming up now, man. Be there in a few seconds. Через пару секунд мы подъезжаем. Whatever. Here they come. Well, I'll tell you about that later. Давай. Понятно, как машины забирают. They're too far ahead. We gotta catch up to them if we want them to stop. Не помню, чтобы у меня, конечно, такая была миссия раньше. Но здесь она... Да пипец, я так никогда не догоню. How you doing, T? We gotta hang in there. Твою ж мать-то! Сколько надо было гнать? Гонщиков, блин.
Значит, нельзя, понятненько. Охренеть. С самого начала. Пипец. Как они вообще надеялись, что я остановлю это? Мне кажется, надо до определенного участка их делать. Patience will be rewarded. Stay with them. Так, блин. Good things come to those who wait. How you doing, T? We gotta hang in there. Driving into Polito Bay. Traffic might slow them down. Не стрелять, это самое главное. Let's do this! Let's get him! Frank's at the back! I think they want him to stop and take the booking! Садитесь на байк. Конечно, садись. Отвлекся немножко, только чуть-чуть буквально отвлекся, блин! Ой! Догоним, докуда... Хватит, блин. Так, не будем отвлекаться ни на что другое. Больше. Stay on them, T. They'll stop eventually. Догоним, да сейчас. And we gotta stick with them. They gotta stop sometime. They would have driven around the whole of southern San Andreas before they stopped. Frank's still on them. The dickheads probably want them to stop and take the heat. Куда они летят? Уже близко, уже вот я их, можно считать, потрогал. Какая сохранялка бы была бы еще. Так.
Ага, все-таки надо было просто следовать за ними. Вот так вот. Оставайся в машине, парень. С тобой я потом поговорю. Ты знаешь, какой скоростью ты ехал? Старайся никогда ничего не нарушать. Ты решил гонки устроить? Давай. Конфискуй транспортное средство. Точно, точно, давай. Шевелись. Вау, какая тачка-то. Вот это опять же, как сказать, для тех, кто любит гонки, вот он восхитится. Ибо дёрненная такая ещё падла. Неудивительно, что он так от нас выезжал. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's Holding Company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South Los Angeles. Mr. Weston and I will meet you there. Hey, just spoke to Devins, man, woman, lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South L.S. for you idiots to show up. Новый контакт Молли. Тихо. The only thing to figure out now is which one of you is getting the silver medal, right? Hey, Frank. Отвлекся. What I tell you, bro? These cars. This is an opportunity. Yeah, if you say so. You know what? Right before I met you, I was boosting rides and racing them. Мне ваши гонки тут вообще не усрались, уже погонял, хватит. Хоть, блин, машину не угрозили за вас. Так. Неплохо, неплохо. Hey, look, Devin Weston. He ain't like anyone you worked for before. Man, he runs his mouth. Wants me to. Так, брат, я быстро как-то доехал. You must know who. You must know who this guy is. Look him up. He's the real deal. I've seen his house. He can make things happen. So he like. To you, what you were to me. I see your house. I think this dude can take me places. Yeah, maybe. Something like that. Damn! Ah, блин. Shit! I screwed up! Отремонтировать ее? Так вроде по пути ничего нету для ремонта. What's your angle, Mike? What do you mean? Like, так. How am I gonna beat your ass in this race? Don't worry, I'm taking care of that. I mean, is it just a smell of green, or is there some other thing with this guy and you? You know, feels funky. Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, help him make the best of the chances he's given. Hey, if it's about the girl, I saw her first. Господи, don't get too creepy, all right? She's a professional woman who's doing a job. And leave it at that. No sexual harassment in the workplace, T. Not on my watch. I'm serious. Both of you, back off her. Так. Долговато еду. Hey, your car is still all right, right? Good to see you taking this seriously, Frank. Good management. If I'm finna do this,
is. I'm finna do it right. So, how your car, Mike? Come on. My car is fine. Yeah, I hope so, cause I'm in charge of this shit, and I will dock your Стрим, кстати, по этой причине веду, да, потому что... Думаю, видяха не потянет у меня. Она здесь-то не тянет, не то что стрим. Вы там еще за мной едете, что ли? А вы знаете, куда ехать, да? Так. Слепую как-то же проехал. Ну еще и первый. И машину в хлам. Прекрасно. Gentlemen, I love you. Я вас обожаю. Черт, это просто фантастика. Пацаненок и два старых пердуна. Кто бы мог подумать? Give me five. Дай пять. Дай пять. И еще раз пять. Oh, hey, chest kiss, homie. Чувак. Давай, бум. Какой-то идиот, потому что вам достался. You finish the job, you get the paper. Ой-ой-ой. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. А я пойду себе тачку найду. Пойду. Тачку найду. Пойди, тачку найди.